не просто многофункциональный центр, это настоящий дом для предпринимателей. Бизнесу здесь будут помогать, а бизнесменов не просто консультировать, но и переобучать и всячески поддерживать. Можно ваш паспорт, пожалуйста? Конечно. Время – деньги, а здесь предприниматель может быстро решить сразу несколько вопросов, а значит, сэкономит рубли, минуты, нервы, уверена Рима Зайнуллина. По всем учреждениям достаточно тяжело, а приходя в одно место, можно получить все виды услуг. Проект сегодня презентовали президенту республики, заместителю министра экономики страны. Показали два функционирующих этажа и третий, в котором в перспективе появится коворкинг, переговорные и образовательный центр. Предприниматель, видя такое внимание, конечно, совсем по-другому должен воспринимать свои перспективы, должен видеть те возможности, которых до этого не видел, и должен видеть отношения со стороны государства, когда государство становится помощником, а не ассоциируется с административными барьерами. В этом доме предприниматель прописался и республиканский лизинговый центр. Очень доволен, что они здесь расположены, но увидел предпринимателей, которые один раз уже презентовали, очень долго работает. Нам надо повысить, ускорить все эти процессы. Должна работать система, а не ощущения. Мы должны четко говорить предпринимателю, почему мы ему отказываем. Если не отказываем, быстро должны принимать решения. В полную силу многофункциональный центр заработает в следующем году. Главным показателем успешности работы станет количество предпринимателей. Альбина Слугараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.